хотим вас поздравить с наступающим праздником нашим большим, Днем Победы, пожелать вам крепкого здоровья и долгих-долгих счастливых лет жизни. Вот от нас мы немножечко привезли вам подарочки. В 20 лет Хаим Абрамович ушел на фронт. Был заряжающим артиллеристом. Ранение, госпиталь, долгожданная победа. Сейчас ему 97. Поздравить ветерана с наступающим праздником пришли волонтеры, члены общественной палаты и благотворительного фонда «Счастье жизни». Вручили подарки, а затем помогли навести порядок в доме и на участке. В этом году, вот в связи с тем, что были такие вот обращения ветеранов, да, они у нас совсем уже старенькие. Вот в том же самом огороде, да, окошки помыть, это уже тяжело. Вот возникла такая идея не просто дарить подарки, как мы обычно ездим, дарим просто подарки, а привлечь еще людей, чтобы помочь вот по хозяйству, помочь в доме, помочь вот в огороде. В своем доме в деревне Мамоново ветеран проживает с 53-го года, а участок, хоть и небольшой, требует постоянного ухода, особенно весной. Убрали старую листву, вскопали землю, чтобы подготовить к новым посадкам. Выкапываем смородину, старые кусты надо выкорчевать. Вот сегодня дождик прошел, слава богу, хоть земля немножечко помягче, но все равно тяжело. Куст старый уже не плодоносит, ненужный, да? Куст старый, да, уже ненужный. Поработали на славу, говорит сын ветерана Александр. Вспоминает, что когда-то и сам был тимуровцем, помогал ближним. Радостно, что добрые дела делаются и сейчас. Вы приехали быстро, четко, оперативно, да еще и с подарками. И мне это очень приятно. Папа, несмотря на то, что инвалид первой группы, он помахал вам рукой. То есть он понял, что это приехали люди, ну, люди, скажем так, от Бога. Потому что Бог есть помощь, Бог есть любовь. И помоги ближнему было всегда. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».